Ух, какой сегодня хороший день. Блин, опять батя позвал за пивасиком. Ну ладно, схожу. Так-так, ух ты, какие граффити. Так, пошли-ка. Так, вот магазинчик. Так, все купил. Теперь домой играть в Brawl Stars. Фух, пока батя не заметил, 3 кубка заработал. Вау, 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 вау. Ладно, все, это не серьезно. Я пойду, наверное, погуляю-то. Все, пойду погуляю. Ух ты, какой кабанчик, слышишь? Я его давно не видел здесь. Я, кстати, вообще его не видел здесь. Может, попробовать взломать? Ну, сейчас посмотрим. Так. Блин, не получается. Сейчас пойду домой, возьму какое-то приспособление и так. Так, все, ну сейчас я точно уже тоже все. По-любому сейчас взломаю. Так. Так, давай, 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 давай. Ну блин. Ну открывайся. Давай. Ну какого фига? Не открывается. Давай еще. О! Чего? Та ну нафиг! Я машину. Все. Пока батя не увидел, надо поездить. Бля. Блин, я даже 2 метра не проехал. И уже все. Жесть какая-то вообще. Вот, блин, ну как так вообще можно? Я же вроде у бати хорошо езжу на ЖИГИО. А тут на кабане не смог. Ну ладно, пофиг. Пойду. Откуда взялся, чмошник? Иди отсюда. Так, пацаны, я с другом не встречусь, так что я устроился на работу в кафе. Будут мне давать зарплату 10 тысяч рублей в месяц. Вроде нормально, да. Все, я пошел, пацаны, гулять пока. Так, вот у нас и первый клиент. Здравствуйте, что вы хотите? Я хочу... давай, 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 пиццу карбонара и пивасик. Извините, но у нас пива нет. А, пепси. Хорошо, сейчас быстро приготовлю. Так, пицца. Карбонара. Так, делаем, делаем, делаем. Так, тут взять. Так, помоем сейчас. А вам, чтоб остро было? Да, конечно, чтоб остро прям вообще. Хорошо. Так, так, взять. Где перец у меня тут был? Сейчас найду. А, вот он. Так, чтоб прям пукать... Надо нам мочалкой вот потереть. Так. Так, так, так. Мочалкой со стола. Так, 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 так. Все. Все. Все, держи твой заказ. Спасибо. До свидания. До свидания. Вот у нас еще один клиентик идет. Салам алейкум. Салам алейкум. Что вам надо? Мне давай... Мне давай... сосиски с тестом. Есть у вас? Да, есть. Тогда приготовьте, пожалуйста. Хорошо. С вас 5 тысяч рублей. А почему так дорого? Потому что там сосиска очень дорогая. Ладно, отдам. Сейчас, сейчас приготовлю. Так. Так, тут пиццу вот так вот. Чик-чик. Все, приготовил. Все, держите. Спасибо. До свидания. Уже мы с кафе, пока меня не спалили. Я его надшутил над ним. И он мне реально отдал 5 тысяч. Боже. Да, конечно. А всего лишь эта сосиска стоит 200 рублей. Ладно, бежим, пока нас не заметили.